Поезд как новенький. Свежая краска, ковры с рынка в Камдене и занавески от моей сестры швеи. Вот, посмотрите. Смелый наряд. А, Иви, вот ты где. Какой прекрасный день. Мисс Торн, газет и все остальное. Восхитительно. Вы не нашли частицу Эдема, но поверьте, эти записи бесценны. Вот. Ассасины Лондона нашли плащаницу. Плащаница Эдема исцеляет тяжелейшие раны. Если бы ассасины нашли такое, отец знал бы. Мы что-то упускаем. Что-то, что видно только нам. Похоже на указание. Вы не идете? Вообще-то я привык к кабинетной работе. Мы можем найти артефакт предтеч. Вам не интересно? Ну, раз так, я не смогу отказаться. Знаете, карта, похоже, ведет к особняку Кенуэя. Кенуэя? Пирата? Главы братства и пирата, да? Вы знаете о плащанице Эдема? Она исцеляет больных. Согласно мифам, она воскрешает мертвых. Но записи братства отрицают это. Но я не слышал, чтобы она была в Лондоне. Думаете, Эдвард Кенуэй мог отыскать ее? Он много странствовал, так что вполне мог. Но если и нашел, то хранил в глубокой тайне. Если да, какая была бы находка? О, да. Мне теперь самой не терпится. Удивительно, что вы сразу не обыскали дом Кенуэя. Сын Эдварда Хейтом стал тамплиером. Когда он умер, дом отошел сестре Хейтом. И за все время в Лондоне вы туда не заглянули? Вам что, не было любопытно? Я не думал, что там может что-нибудь быть. Мы даже не знаем, сколько раз... Кажется, пришли. Думаю, вы правы. Уж лучше смотрите, чем-то. Я в кабинете. И не беспокойте меня, если только не найдете пропавшую тетрадь. Попасть внутрь будет непросто. Вы не передумали? Если это оплот Ордена, выжидать бесполезно. Но не бойтесь, мы не потревожим мисс Люси. Вперед!
Можете проверить там? Конечно. Можете проверить там? Конечно. Готовься к смерти! Я иду! Я с тобой лично разберусь! Это интересно.
У Торн отличная коллекция. Кажется, за мной следят. И они все это сохранили? А что мы ищем? Я не уверена. Чего? Чего не видят тамплиеры? То, что видно только нам. Чудесная фортепиано. Играете? Нет, не умею. Но я люблю музыку. А вы? Чуть-чуть. Как раз, чтобы сойти за приличную юную леди. Я был бы рад послушать, как вы играете, если выпадет случай. Вы не нашли частицу Эдема, но поверьте, эти записи бесценны. Вот. Ассасины Лондона нашли плащаницу. Плащаница Эдема исцеляет тяжелейшие раны. Если бы ассасины нашли такое, отец знал бы. Мы что-то упускаем. Что-то, что видно только нам. Похоже на указание. Вы не идете? Вообще-то я привык к кабинетной работе. Мы можем найти артефакт предтеч. Вам не интересно? Ну, раз так, я не смогу отказаться. Полиция!
Знаете, карта, похоже, ведет к особняку Кенуэя. Кенуэя? Пирата? Главы братства и пирата, да? Вы знаете о плащанице Эдема? Она исцеляет больных. Согласно мифам, она воскрешает мертвых. Но записи братства отрицают это. Но я не слышал, чтобы она была в Лондоне. Думаете, Эдвард Кенуэй мог отыскать ее? Он много странствовал, так что вполне мог. Но если и нашел, то хранил в глубокой тайне. Если да, какая была бы находка? О, да. Мне теперь самой не терпится. Удивительно, что вы сразу не обыскали дом Кенуэя. Сын Эдварда Хейтема стал тамплиером. Когда он умер, дом отошел сестре Хейтема. И за все время в Лондоне вы туда не заглянули? Вам что, не было любопытно? Я не думал, что там может что-нибудь быть. Мы даже не знаем, сколько раз здание сменилось. Кажется, пришли. Думаю, вы правы. Смотрите. Я в кабинете. И не беспокойте меня, если только не найдете пропавшую тетрадь. Попасть внутрь будет непросто. Вы не передумали? Если это оплот Ордена, выжидать бесполезно. Но не бойтесь, мы не потревожим мисс Люси. Вперед. Можете проверить там? Конечно. Еще артефакт. Можете проверить там? Ты уже в шаге от смерти! Нельзя.
ничего. Так и в прошлый раз. Это интересно. У Торн отличная коллекция. И они все это сохранили. Вот бы отец это увидел. Что-то времен Кенуэ. Здесь эта чертова девица... Еще артефакт.
Это принадлежит ассасинам. А что мы ищем? Я не уверена. Чего не видят тамплиеры? То, что видно только нам.
Чудесная фортепиано. Играете? Нет, не умею. Но я люблю музыку. А вы? Чуть-чуть. Как раз, чтобы сойти за приличную юную леди. Я был бы рад послушать, как вы играете, если выпадет случай. Слишком скромно, да? Похоже, Кенуэй любил представления. История ассасинов Лондона. Тайники, так-так. И ключ. Вот оно. Какая еще музыка? Здесь раньше не было прохода. Закрывается. Вижу я.